Шелдон у нас умный. Если бы ты придерживалась Саитию по расписанию, твой мозг сейчас просто плавал бы в море окситоцина. Шелдон, нас все слушают. Говард смешной. А что будет, если я скажу, что под этим халатом совершенно ничего? Скажу, что звучит заманчиво. Правда? Я не ждал такого ответа. Секундочку. А я, судя по всему, ловелас. Ты возьмешь меня в жены? Святая корова, конечно, я возьму тебя в жены! А кто тогда Леонард? О, а я и забыл про него. Ну, а он, видимо, самый неприметный. Доброе утро, солнышко. Да не глупи. Как такой здоровенный стеклянный болт может помочь нашей страсти?